Совокупный доход. 1500. 1500? Вот восьмерка. Вот это вот большая восьмерка. Получится. Если выйдет в рынке карточка, куплю трехкомнатную квартиру. Да, я первый раз. Но при этом уровень жизни какое-то время сохраняется. То есть хочется жить так. Наличные. Да, да, да. 11. Да, да, да. 500 тысяч. Да. Все, поздравляю. Спасибо. Кстати, грань — это безопасное место, как раз, где можно тренировать то, что в жизни, может быть, я себе не позволяю. Кроме того, вот тут есть золотые слитки с секретами богачей. Да. Да. Вот здесь так вот. Тут вот грубо уволили. Просто грубо. Вот это, кстати, здесь активы тоже есть. Зарплаты нет? А если у кого-то, у меня нет, была... карточка продается, квартира. Ну, ты не против? Я не против. Прощаю победителю. Я дам вам 7-4. Обязательно. Спасибо большое. Мы почему-то все иногда стремимся пойти в банк. Мы как бы не видим возможность договориться между собой. Для нас кажется, что нам точно откажут. Сначала занимаем, а потом обговариваем те условия, на которых мы занимаем. Да, вообще шикарное вообще открытие. Это шикарное, да, открытие. Тоже принцип выиграть. Выиграть получается, поэтому... Каждый выигрывает. Мои аплодисменты тебе. То есть меня настолько вот это само захватывает, вот процесс там, вот эти вот, ну какие-то быстрые деньги, что ли. Вот, что я даже вообще туда не думаю. А я сейчас увидела наглядно, как, когда мы теряли работу, сколько перед нами открывается возможность. И, ну вот тут я это увидела наглядно, как страшно это на самом деле, вот прям вы уволены так все так раз. И потом, хоп, ты пошел, какие-то ресурсы, ты можешь выбирать. То есть это не то, что не заканчивается жизнь, а ты, наоборот, даже ты просто вырвался отсюда. Сейчас какой-то есть потенциал. Надо быть благодарными за все эти уроки судьбы, когда мы падаем, нужно не плакать, а идти дальше. А я, если вы помните, как раз именно с круга ресурсов на большой вышел. Мне очень понравилось. Но я, насколько понимаю, на круге ресурсов хорошо уже быть с какими-то активами. Да. То есть уже вот здесь надо создавать активы. Мы здесь все пользовались мелкими сделками. Да. Причем Никита сказал неоднократно, переходите на клуб. Я сразу взял крупную. Нужно уже дальше сразу смотреть. А мы понравилось еще и еще. Я выскочил из этой самой первой, вот этот круг. А само понимание, как вот из этого колеса выброс, у меня так еще не сформировалось. Да, вот как жизнь это все применить, я еще не совсем собрал. Ты берешь какие-то накопления, сбережения. Вот, и, допустим, есть они, что дальше. Потом приобретаешь активы, которые дают вкладываешь доход, инвестируешь. Когда ты накопил, потом уже вкладываешь все активы, которые дают пассивный доход. Ну, как-то недвижимость или бизнес. Распределяешь, чтобы их несколько было. То есть, если даже один... бизнес провалился, крыша сорвало, то второй сорвало. Планирую его проводить еженедельно. То есть я, кстати, ВКонтакте приглашаю, можете меня найти, можете у меня, я создал группу, которая называется «Клуб богатей». Вот, там будут расписания игр, там же можно будет регистрироваться.